Добро пожаловать в мир кайфов и ништяков, с вами Костик, и мы продолжаем проходить Marvel Future Revolution на Android. Так, по-прежнему будем играть Человеком-пауком. Пробовал вчера подключить джойстик от PlayStation 4 к телефону. Ну, на левый стик можно было бегать Человеком-пауком, вот. А все остальные кнопки почему-то не работали. Ну и на большой кнопке можно было как вот мышкой управлять. Как бы это не то. Так, начнем по традиции открывать всякие ништяки, которые нам дают в начале. Так, тут что у нас не выполняется ничего. Так, сумочка. Ой, корзиночка. Розыгрыш спутника. Пропуск. Килотс. Что у нас еще есть? Кириги. Еще один, что ли? Ага, нету, да? 200 кристаллов. 145, вот вижу. Так, расходуем мы бесплатно. Конвертик получить. Опять корзиночка, розыгрыш. О, спутника еще. Райс. Там что будет, где использовать, так. Так. Что тут? Тема, костюмы. О чем мне выделил сумка? Так. Где какой? Я забыл. Спутника. Усиленный альтрон. Друзья, отправить жетоны, получить жетоны, запросы в дружбу. Так, омега карта, герой. Нет, не здесь. Но тут можно тоже вот. А, ну просто посмотреть, типа, тема.
Целиком что-нибудь забыл. Ничего. Так. Отряд. Спутники. Ага, вот тут можно поменять. Так. Уровень 8. Управление. Новый уровень. Десятый. Улучшение, так. Управление. Когда ж их призывать-то можно будет? Так, подробнее. Так, навык призыва. Нет доступных навыков призыва. Эффект распространяется на героя от помещенного в ячейку спутника. Управление. Улучшение. Еще одному добавлено, может жетон отправить, испытание, так, получить все. Так, альянс, вход зарегистрирован. Так, все, да? А что-то я второго спутника тут не вижу картинки. В данном регионе что, использование навыков спутника невозможно. Так, идем по фиолетовой ветке. Так, авто. Так, а тут что у нас? Меню Терен в регионе. Ах, я рад, что ты уже здесь. Мне нужно кое-что обсудить с тобой наедине. С тех пор, как эти миры соединились, реакторы слияния подверглись бесчисленному множеству угроз. Этот мир всегда находится на грани полного уничтожения. Мистические решения вполне могут стать ключом к обеспечению стабильности, в отличие от научных средств. Однако отряд Омега был настроен скептически. Я понимаю их опасения, но пришло время, когда им предстоит открыть свой разум для альтернативных возможностей. Ты просишь меня быть твоим малым помощником? Если так, да. Прошу прощения, что прерываю, но мы только что получили предупреждение с базы АИМ на альтернативной земле. Также мы обнаружили в этом месте аномальный всплеск энергии. В настоящее время мистер Старк анализирует данные, но нам понадобится твоя помощь в подготовке к... Так. У Тони всегда находятся новые задания для агентов, и всегда именно тогда, когда мне нужна их помощь. Удивительное совпадение. Возможно, однажды он сумеет усмирить свое эго и прислушаться к тем, кто его окружает. И когда придет это время, наши действия будут зависеть от тех, кому он больше всего доверяет. Дай-ка угадаю, доктор Стрэндж читал тебе лекцию о таинственном мире магии, да?
Жаль, что эти его заклинания не срабатывали именно тогда, когда были нам нужны больше всего. Я больше не могу тратить время на его волшебный порошок и единорогов. Нам пора спасать еще один мир. Я знаю, Фрейзер ввел тебя в курс дела, но мне кажется, чокнутые ученые из АИМ могут быть на пороге какого-то большого открытия. Судя по тому, сколько энергии вырабатывает их база, сдается мне, они балуются с пространственными взаимодействиями. Что в недобрых руках может привести к значительным искажениям пространства и времени, еще больше, чем сейчас. Мне ведь не нужно напоминать, сколько злобных тварей обитает в иных измерениях. Не стоит рисковать, открывая эту дверь. Короче, тебе надо телепортироваться туда и прерывать их эксперименты. О, и запрошу помощь еще одного отряда. Тебе она не помешает. Давай-ка поглядим. Да, я знаю, какого агента вызвать. Признаю, он не так безупречен, как, но думаю. В конце концов, кто не любит Тони Старка. Так, забрать. Железного человека другого хочет призвать. Так, космическая угроза. Появился суперзлодей. Омега-карта. Так, а вот и глава третья. Модок. Это точно единственный путь? Бесчисленное количество измерений исчезли без следа. Воспользуйтесь своими мозгами, пока он... Так. Модок, мы столкнулись с силами, которые, возможно, нам не удастся контролировать. Моника, да? Не успел прочитать, кто. Мы все можем контролировать. Вселенная принадлежит нам. Пора заявить свои права на нее. Другая вселенная, Танос. Бесконечная жертва. Все для тебя. Теперь ты довольна, любовь моя? Кто-то из корпуса нового. Похоже, что нет. И кто же любовный интерес Таноса? Возможно, я еще добьюсь твоей благосклонности. Межпространственный, так. Не знаю, что сказал тебе другой Тони Старк в штабе, но я большая шишка. Капитан Марвел, железные люди и их эго, может, просто сосредоточимся на задании? Конечно, узнаем, какие новые причудливые проблемы удалось создать сумасшедшим ученым. Должно быть здорово обладать такими высокими энергетическими показателями. Думаю, лучше поторопиться, у меня плохое предчувствие. Вот с Капитаном Марвел и с Железным Человеком в компании. Глава третья. Наверное, на двоечку переключим, а то слишком далеко. Так, подавите стрелков АИМ. Так, момент, я улавливаю аномальные энергетические показатели. Приветствую, злобные ученые. Может, кто-нибудь объяснит, что тут происходит, пока я не вырубил эту штуку?
И не стесняйтесь в выражениях. Я гораздо умнее вас. Подожди, он нестабилен. Даже малейший энергетический всплеск может подорвать лабораторию. Я жду, но долго ждать не собираюсь. Говори, иначе испытаем твою теорию на практике. Это пространственный портал, он перегружен. В нем бесконтрольно копится энергия. Мне кажется, в этом мире все вышло из-под контроля задолго до того, как вы, болваны, включили эту штуку. А им спасли этот мир с помощью науки. А теперь нам приходится спасать этот мир от науки, и как можно быстрее. Уровень энергии просто зашкаливает. Нет, мы не успеем вовремя закрыть портал. Я что-то чувствую. Брось, дай мне пару минут, и я... Ох, ты это видишь? Да, еще и чувствую. Какая мощная энергия и зловещая. Вселенная широка. Измерения еще шире. Очевидно, ваша глупость шире любых известных измерений. Я искал новые миры для завоевания. Этот прекрасно подойдет. А мне не говорили, что Танос был в списке гостей. Я бы точно не принял. К сожалению, вечеринка только начинается. Так, переключимся на ручное управление. Доступно. Чуть на 3 звездах. Когда спутник 3 звезды или выше. Усиление. Так, бутылочки что, автоматом он пьет у меня? Я разочарован. Я заинтригован. Я чувствую уникальную энергию этого измерения. Я позволю вам жить до тех пор, пока не найду ее источник. Если вздумаете мешать, я лично оборву вашу жизнь. Это не очень хорошо. Думаешь, в этот раз Аим превзошли себя? Думаю, нам следует поговорить с одним большеголовым злодеем. Так, оп. Возвращаемся к авто. Угу. Глупцы, вы испортили мой эксперимент, из-за которого вы в наш мир вторгся сумасшедший космический титан, это эксперимент. Вы вмешались в нечто, что не способны понять ваши жалкие умы. Оп, возвращаемся опять к ручному управлению. У нас еще один босс тут.
кнопкой. Что-то сень за бутылочку уже. Как бы они у меня не закончились. У тебя одна попытка все объяснить, модок. Не подведи. Нет, я не могу. Все ясно. Я всегда знал, что ты не так уж и гениален. Ладно, если хотите знать, вселенная разрушится. Слияние, ага, мы в курсе. Мы с этим разобрались. Ты идиот, слияние реальности — это лишь малая порция гораздо более с масштабной угрозы. Надвигается настоящая опасность, конец всего живого во всех измерениях, олицетворение погибели. Ага, его зовут Танос, и ты только что открыл для него дверь. Танос — это ничто по сравнению с тем, что придет за ним, и вообще он мог бы нам помочь. Но вы, тупицы, разозлили и прогнали его. Теперь кровь этой вселенной на ваших руках. Может, ты лучше напряжешь свой гигантский мозг и скажешь мне, что на самом деле здесь происходит, кажется, легко отделаться. Так, твое задание выполнено, спасибо за помощь. Отправляйся обратно в штаб и сообщи о ситуации, ладно? Космическая угроза. Отлично, с возвращением. Ситуация под контролем? Конечно, все прошло шикарно, за исключением того, что Танос пытался убить нас. А им вызвали Таноса из другого измерения? Слияние и так доставило нам серьезные проблемы. Теперь нам еще и с маньяком, мечтающим о геноциде, разбираться. Тебе повезло вернуться на базу в целости. Отряд 47 представит мне полный доклад о задании. А ты тем временем сходи в медпункт, проверься на наличие серьезных травм. Поговори с агентом Фрейзером. Рада тебя видеть. Доктор Пим сказал, что на задании все прошло не по плану, и тебе необходим полный осмотр. Тебе повезло, наш главный инженер ракета только что сконструировал новое медицинское устройство. Ему лишь нужен был ничего не подозревающий. Так, забудь, что я сказала. Оп. Все в порядке, никаких аномалий не выявлено. Рад слышать, что наши агенты по-прежнему боевой с готовности, потому что их ждет следующее задание. Поговори с Тони. Я знаю, тебе не удалось толком отдохнуть после предыдущего задания, но дело срочное. Видишь ли, я футурист, переменные мне не по душе, они серьезно все усложняют. Так что мы должны разобраться с Таносом как можно быстрее, и я знаю, как его найти. Ты ведь понимаешь, что у каждой вселенной своя уникальная частота. Что ж, это касается и всего, что из них приходит. Если мы сумеем определить частоту измерения Таноса, он не сможет от нас скрыться. И, к счастью, агент, который помогал тебе при встрече с Таносом, мой любимчик, я, практически я. Мы, Тони Старки, думаем одинаково и всегда готовимся к будущему. Я знал, что такое могло произойти, поэтому я установил анализатор частот в свой костюм. Сейчас отправлю тебе собранные данные. Старый добрый я, всегда думаю наперед, но довольно самохвальство. Тебе надо передать эти данные ракете. Он сможет разобрать систему отслеживания, способную обнаружить Таноса. Разработать. Я знал, что Танос рано или поздно сунет свою фиолетовую морду в это измерение.
Что ж, давай мне данные и посмотрим, что я смогу. Ты на что смотришь? Ты ведь понимаешь, что это не та задача, которую можно выполнять за секунду. Мне понадобится полдня только на анализ данных. Конечно, Старк возился бы в 2 раза дольше. Ладно, у меня куча дел, кыш отсюда. Может, Фьюри сможет занять тебя чем-нибудь, пока я работаю. Не стоит сейчас торопить ракету. У нас и так предостаточно дел, требующих нашего внимания. Первостепенная задача — вернуть контроль над городами, которые заняла Гидра во время слияния. Целый регион главной вселенной превратился в империю Гидры. Надо с этим разобраться. К сожалению, перевес на их стороне. Наши агенты не справляются с их обороной. Однако есть и хорошие новости. У нас появились данные о том, что подпольная гражданская ячейка дает отпор Гидре. Я прошу тебя найти их и предложить полную поддержку отряда Омега, и заодно предупреди их о Таносе. Империя Гидры. Адская кухня. Хорошо, ты на месте. Как тебе известно, Гидра контролирует этот регион, но, к счастью, у нас остались друзья, желающие дать отпор тирании Гидры. Разумеется, в связи с крайней деликатностью проводимых ими операций наше общество сведено. Мы направили дополнительную группу из отряда Меха для встречи с повстанцами, но они не выходят на связь. Наш последний контакт с отрядом 62 состоялся в адской кухне. Гидра активно усиливает меры безопасности в том районе, но я сомневаюсь, для тебя это не проблема. Но я не сомневаюсь, для тебя это не проблема. Большая угроза. Адская кухня в той стороне. Будь осторожнее, никому не позволено входить туда из-за усиленных мер безопасности Гидры. Так. Спецпредложение за бабло. Так, не туда. Стрелок из КПП Гидры. Так, мочим охранников Гидры. Стрелка из КПП. За 3 звездочки, интересно, чтобы на помощника призывать. Командир.
Еще два. Так, один еще. Так, достижение. Вам удалось добраться до сердца адской кухни? Местные не поклоняются Гидре, но незнакомцы в костюмах им тоже не по душе. Осторожнее. Вам нужно поговорить с местными жителями и узнать что-нибудь о повстанцах. Мы знаем, что они называют себя Легион Свободы и что их предводителем является местный Сэм Уилсон, вероятно известный как Сокол. Не привлекайте внимания и узнайте как можно больше, действуйте быстрее, Танос может объявиться в любой момент. Привет, а вы случайно не из Легиона Свободы? Ух ты, здесь нельзя говорить такое вслух, иначе будут ужасные последствия. Не хочу поднимать шумиху, но если вы не отстанете, я доложу о вас. Только так я могу защитить свою семью. Прошу, просто уходите. Вот какой-то сундук был. Ладно. Привет, скажите, вы случаем не являетесь участником Легиона Свободы? Потише, инспекторы Гидры забирают людей, задающих подобные вопросы. Можете и дальше заниматься поисками, но не подвигайте на невинных людей опасности, строя из себя героя. Все будет хорошо, я обещаю. Найдите безопасное место, мы разберемся с этими подлецами. Так, получено новое задание. Так. Используем спецприем, накопленный. Большое спасибо. Приди вы на секунду позже, Гидра отправила бы меня в один из лагерей. Капитан Роджерс обещал, что помощь прибудет. Я знал, что ему можно доверять. Он просто просил передать то адрес 62 безопасности, однако коммуникационная сеть раскрыта. Если хотите знать больше, вам придется поговорить с ним лично. Идите в подвал магазина «Булочная Кейт» на 34-й улице. Наши люди встретят вас и отведут к нему. Удачи. Тайное место. Ты как раз вовремя. Почему-то мне кажется, что Хэнк Пим отправил тебя сюда не для помощи с заданием. Дай-ка угадаю, надвигается что-то более серьезное. Я перехватил данные Гидры, в которых говорится о прибытии Таноса в этот мир. Ваше присутствие подтверждает это, все ясно. От отряда меха хороших новостей не дождешься, правда? Что ж, несмотря на причину, все равно хорошо, что вы здесь. Надо сообщить Сэму. Что будем делать? Надо помочь схваченным союзникам, прежде чем Гидра займется ими. У нас достаточно сил для удара. С каждым днем нас становится все меньше. Положение ухудшается, пока я был в плену у Красного Черепа.
Стив, ты кто твои новые друзья? Это подмога, которую ты запросил у отряда Омега? Прости, Сэм, у нас плохие новости. Есть вероятность, что к нам движется Танос, будто Гидры было недостаточно. Танос, прекрасно. Похоже, что в тюрьме Гидры было гораздо безопаснее, чем здесь. Ладно, сейчас не время для шуток. Гидра доставила нам невероятное количество проблем. Не представляю, как мы сможем противостоять новой угрозе. У вас, ребята, случаем нет нескольких знакомых Сэмов, Уилсонов из других измерений, у которых есть свободное время? Если нет, похоже, придется принимать решение самому. И в таком случае я считаю, что нужно срочно запустить протокол эвакуации. Если хотите помочь с распространением информации, берите этот зашифрованный телефон и возвращайтесь в город. Я скоро выйду на связь. Так, вперед. Адская кухня. Вы меня слышите? Отлично. Надо сообщить об эвакуации жителей. Однако местные не особо доверяют незнакомцам. Вам надо будет связаться с наиболее уважаемыми членами нашей общины. Начните с моего старого друга Джозефа. Он управляет подпольными общинным центром, предназначенным для людей, не желающих подчиняться запрету Гидры на общественные. Так, если убедите его, его друзья вас послушают. Судя по вашим разноцветным костюмам, полагаю, вас прислал старый добрый Сэм Уилсон. Ничего не говорите, я и так все вижу. Угроза серьезная, так ведь? Я обещаю, что помогу со спасением людей, но я не буду никого бросать. Мне нужна ваша помощь. Недавно Гидра схватила моих наиболее верных людей для исправления. Сможете найти их и вернуть домой? Конечно, это наша работа. Ну, собаки какие-то. Искатели Гидры. Бутылочек больше стало, уже вон 85. Так, а что так дроны хитрые?
еще один. Элитные стрелки. Ричарда спасти. Джастин, Джастин, вы не видели моего сына? Он пришел сюда со мной, прошу, найдите его. Мы ни за что не оставим вашего сына. Найдите безопасное место, мы приведем его к вам. Отлично. Вам удалось спасти заключенных из исправительного центра Гидры. Мои оперативники доведут дело до конца, а вы займитесь следующим заданием. Изучив данные, перехваченные Стивом, мы узнали, что Гидре известно о Таносе, но они держат... Джозеф и его люди распространяют информацию на улицах, но этого недостаточно. Профессиональный хакер мог бы помочь нам оповестить людей об эвакуации. С частью, я знаю, где его найти. Так. Не знаю, кто ты, кого ты пытаешься из себя строить, но этот маскарад всех. Так, вы, герои, не умеете действовать скрытно, прямо как Сэм со своими крыльями. Я как раз вяжу свитер для внука. Может, тебе тоже связать, чтобы помочь с маскировкой? Серьезно, мы нашли лучшего технаря Сэма, и вдобавок я получаю бесплатный свитер, бонус. Я отслеживала сообщение Гидры, так что я в курсе дела. Я могу оповестить людей, но нам понадобится найти оборудование для взлома сети Гидры. Однако дроны Гидры должны... Так, они настоящая головная боль, они шпионят за невинными жителями, но они напрямую связаны с внутренней сетью Гидры. Если удастся заменить настоящий дрон на поддельный, мы получим то, что нам нужно, прежде чем Гидра узнает о подмене. Мне нужно подготовиться, поэтому вам придется заняться дронами без меня. Передайте захваченного дрона моему помощнику Генри. Идите.
сетевые чипы. Еще один. Привет, Мэл все мне рассказала. Она просто чудо. Использование крошечного чипа для взлома сети Гидры и трансляции сообщения Сэма. Я прослежу, чтобы чип был доставлен, обещаю. Этого должно быть достаточно. Теперь я могу взломать их сеть и заменить стандартный сигнал Гидры на наш. Надеюсь, Сэм понимает, что делает, потому что как только мы отправим сообщение, Гидра как следует возьмется за старый добрый Легион Свободы. Думаю, свитер тебе не понадобится. Ну вот, а я так сильно ждал этот свитер, похоже, придется довольствоваться спасением мира. Так, управляйте взломанным дроном. Хорошо, похоже, с передачей изображения нет никаких проблем. Мы можем отправлять дрон. И если нам повезет, Гидра не заметит подмены. Похоже, жители получили наше сообщение. Гидра будет не в восторге, но мне все равно. Самое главное – безопасность людей. Но это еще не конец. Нам по-прежнему нужно защитить город и всех, кто в нем остался. У меня сейчас мало людей, но благодаря вам у нас остаются шансы на победу. Вы не будете сражаться в одиночку. У меня есть два оперативника, работающих в Гидре и под прикрытием. Из соображений безопасности они не знают друг о друге. Если вам удастся их найти, мы сможем получить доступ к оружию и из оружейного склада Гидры и выбраться, прежде чем остановят шпионы Гидры. Да, здравствуй, Гидра. Я шучу. По контракту я обязан выкрикивать это, когда вижу героя. Это указано в справочнике Геда Гидра, страница 362, сразу после главы «Три простых шага к захвату мира». Итак, если вас послал Сэм, значит, наконец-то пришло время исполнить наш план. Если поведет Легион Свободы до контролируемого пункта, я пропущу их. Вы сможете забрать меня, когда будете уходить. Лучше вам не знать, что Гидра делает с предателями, поверьте. Судя по вашим костюмам, вы работаете с Соколом и Легионом Свободы. Хорошо, я рад, что вы пришли сейчас. В Гидре творится настоящий хаос. Они готовятся к какому-то инопланетному вторжению. Они сейчас заняты, а это значит, что нам пора действовать. Если мы сделаем все правильно, они еще не скоро заметят, что вы украли их лучшее оружие с оружейного склада. Оружие, производимое в Оскар, призвано сеять разрушение. Это оружие может позволить Легиону Свободы отвоевать этот мир. Я должен быть на посту, чтобы не вызвать подозрений, но я могу сообщить местонахождение склада и коды безопасности. Вам нужно забрать карту доступа к двери у офицера, находящегося там. Но на этом все. Так, чё? Это Сокол. Согласно моим сканерам, вы добрались до места. Отлично, но осталось самое трудное. С частью для вас верный союзник из 62-го отряда Омега патрулировал окрестности базы Гидры. Он встретится с вами на месте и сообщит о следующем шаге. Вы на верном пути, ребята. Коды у вас, но без карты доступа никто из нас... Человек-паук. Но сегодня ваш счастливый день, потому что я следил за болваном, у которого хранится ключ. Так что довольно болтовни, нас ждут дела.
Милоогнеметчик. Усиленный охранник. Правопорядка. Все, 12. Так. Заберите карточку пропуска. Вы быстро, браво. Теперь нам надо добраться до оружейного склада и использовать украденную карту доступа. Я пойду наружу и помогу Легиону Свободы. Избавляйтесь от всех, кто попытается преградить вам путь. Мы обязаны справиться с этой задачей. Так, отсканируйте карточку. Плохие новости. Один из внедренных агентов вышел на связь. Похоже, Гидра каким-то образом узнала, что мы на складе. Они направили к нам боевые отряды. Мы по-прежнему можем выполнять задания, но вы должны будете отвлечь Гидру, дав отряду отпор. Тогда Легион сможет забрать оружие со склада и добраться до безопасного места. Выбирайтесь оттуда и боритесь за нашу свободу. Двадцать четыре солдата надо завалить сейчас. Так, подавите огнеметчика Гидра 17.
гранатометчики, штурмовики. Один. Получилось. Благодаря вам легиону удалось забрать оружие и вернуться в штаб с целости. Вы тоже должны вернуться в штаб. Нужно понять, каким образом Гидра узнала о наших планах. С возвращением. К сожалению, у меня плохие новости. В наших рядах завелся предатель. Я предполагаю, что один из наших агентов под прикрытием решил по-настоящему присоединиться к Гидрипан, поскольку он лучше всех знал о нашей операции. Пока предатель не обнаружен, нельзя доверять никому. У меня от этих шпионских игр голова кругом, но я узнаю, в чем дело. Так, предательство. Да здравствуй, Гидра, снова. Да, нет, конечно. Итак, вы забыли, что обещали забрать меня с собой? Если Гидре узнают, что я вам помог, они отрубят мне голову, и я гарантирую, на ее месте не вырастут еще две. Вообще, я знал, что соглашаясь на опасное задание, я бы никогда не предал Сэма. Даже за лучшую страховку Гидры со стоматологией, так что не волнуйтесь. Вы уже вернулись? Мне казалось, вы выполнили задание и убрались подальше. Почему вы здесь? Я не могу помогать вам так часто, иначе рано или поздно мое начальство узнает, что я работаю на Легион. Я бы никогда не стал подставлять Сэма, а вы подставляете меня, находясь здесь. Вы должны уйти, пока не поздно. Сэм считает, что кто-то рассказал Гидре о наших планах. Я не говорю, что это бы ты, не ты. Это возмутительно. Я рисковал всем, чтобы защитить наших людей. И вот так мне отплатили, назвали меня предателем? Ладно, думайте, что хотите. Вас все равно уже не переубедить. Мои слова не важны. Что дальше? Запрете меня и выбросите ключ? Гидра гордилась бы. Ладно, я совсем не это имел в виду. Я просто хочу узнать правду. А я лишь хочу, чтобы мне доверяли. И после всего, что я... Да здравствует Гидра, руки вверх, герои. Инспектор Гидра. Вы тоже агент Ралстон. Блин. Или вы забыли сговор? Что-то. Посмотрите, что вы наделали. Вы были так беспокойны моим возможным предателем, что в итоге из-за вас нас всех поймали. Бежать некуда, вы окружены, сдавайтесь. Я привела вас к ним. Прошу отпустить моего сына. Вот Хейли. Ты сыграл свою роль, дорогая. Теперь отойди. Но вы обещали, где Джастин? Он отправлен в Академию Гидры. Там он станет настоящим солдатом, как и его отец. Поскольку ты доказала свою верность и предала Легион Свободы, возможно, тебе позволят вернуться в наши ряды. Прошу, нет, я пыталась спасти своего сына. Отведи ее на процедуру исправления. Сделайте так, чтобы она обо всем все забыла, особенно о сыне. Бедная женщина, не думайте, что мы не заставим вас ответить за это. Ха, по крайней мере, вам не грозит мучительная процедура исправления. Вы все умрете здесь. Простите, я привык не допускать смерти людей, особенно своей.
какой-то мех. Эхолёт. Это что такое? Адская кухня. Повысить ранг. Побочные задания и коллекционные предметы. Так. Чё? Пора закругляться на сегодня. Что у нас тут? Странно. Чуть не вижу красной точки нигде. А, вот она. Компонент. Современная маска. Герой, навык. Так, это что значит? Уровень героя слишком низок для усиления. Надо вот будет побочные задания выполнять. Может, на чем еще опыт заработаем? Сейчас, может, пособираем. За что не дадут? Поглядим. Тут надо вот прокачивать, да? Так, навыки. Нет. И что, так и будет гореть точка? Усиление потенциала. Отряд, данные об отряде. Ничего другое, а вот. Следовательно, догадываться, что Гидра тоже наблюдает. Так, но я не подозревал, бедная женщина. Прости, что снова сообщаю плохие новости, Сокол, но Танос уже здесь, и с ним армия аутрайдеров каких-то. Гидра вступила в бой с первой волной пришельцев. Человек-паук движется к Южному порту, чтобы помочь минимизировать потери. Если мы хотим спасти город, нужно действовать немедленно. Что скажешь, Сэм?
Мы, наконец, можем покончить с красным черепом, пока Гидра сосредоточена на пришельцах. Но перед нами стоит сложный выбор, Стив. Попытаться спасти город или мир? Пришло время размять кулаки. Я же не буду биться с Таносом в одиночку, правда? Так, использовать... Так, предмет ранка. Угу, так. Ну-ка. Твои вульфы. Да, видимо, я вот пощелкал и дали прокачать до нужного уровня вот. И продолжение выполнения заданий стало возможным. Райдеры, охотники и опустошители. Да, охотники и опустошители. У меня есть координаты жителей города, не успевших эвакуироваться. Прошу, спеши. Так, вторжение. Здоровяк какой. Так, начало вторжения. Так. Забрать награду. Бесчинство гидры. Но это уже продолжим потом. Завтра. Так, а сегодня надо вот собрать все еще. Ну-ка, сейчас буду качать. А-а. Все не совсем так. А, вот. Вот тут что. Ну-ка. Ну-ка. Вот тут что делать надо было. На замки щелкать. Так, тут все. Нет. Где-то что-то еще. Так, не вижу точку. А, вот, еще прокачать можно.
Так, усилитель потенциала. Так. Так, далее отряд. Данные отряда. Сила отряда. Звание. Звание героя. Огромная сила. Друзья. Запросы. Так. Ну-ка, герои, отряд, звание. Обязательно это награда. Достигнет 30 уровня. Может, просто надо было выбрать. Это мне дружелюбный сосед больше нравится. Так, журнал. Испытания. Получить все. Так, вот тут в улучшениях еще получить все. Так, журнал активности. Вот, New Star 75 это основное. А вот еще на 100 почти можно было второстепенно выполнять. А так тут еще вот. Это вот, значит, 3 глава, 4, 5, 6, 7 глав тут, да? Учитывая коротенькую первую. Так ведь. Темная область. Сакар. Хотя, может, потом как-нибудь по-другому просто они будут. Испытания получить. Тут же вот какие-то новые персонажи уже появляются. Так, стоп, 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 стоп. Стоп, тихо, 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 тихо. Карточка. Так, разобрать, что можно. Так. Так. Что тут вот опять вот восклицательный знак какой-то. Так, что тут? Аптечки. Что они от меня тут хотят? Вот восклицательный знак горит. Билеты брат, аптечка. Так, уровень 4, уровень 3. Вот это, наверное, имеется в виду. Уровень 3 используется. Да, вот. Прокачали уровень аптечки. Так, что тут журнал испытания. Продолжаем получать. Так, блицкриг. Так, вот был с Кинг Пимом. Теперь вот есть большая угроза. Так, 3, 4, 5, 6, да? Они их там лучше.
Так, отряд, данные отряда. Вот это можно. Так, звание. Звание, задание. Защитник Пима, истребитель. Так. Все, получается, я собрал, да? Ну что ж, на этом на сегодня закругляемся. Продолжим завтра.